Подписывайтесь на канал «Еда со смехом». Держи бутылочку, Дима, будь счастлив. Просто давай, чаще улыбайся, все будет клево. Давай. Вот так вот. Давай, дальше. Привет всем, мы сегодня с мамой будем кушать. Здравствуйте всем. Он по мне сошедший, дешек тематажи. Сегодня, короче, сок такой вот, манго. Шашлык свиной. Соус. Какой-то там непонятный. Кетчуп, наверное. Ну там с зеленью. Солями, это еще. Ну какой-то кисло-сладкий. Ну-ка, заценим шашлычок. Да. Что-то их туда поставил, ничего не видно. Сок налить? Угу. Телефон убери. Ну шашлык так себе. Вон туда на эту поставь, поклади его. Пицца Сицилия. Сицилия. Это, короче, выглядит наша манго. Пицца Сицилия. Манго. Угу. Вилки не нужны одноразовые? Нет. Пицца. Такая вот пицца. С солями. Честно, нет. Вот. Неудобно. Как вообще пицца с солями? Давай я сюда. Держи. Через голову сюда. Это другая пицца. Это поло п. Это песто. Поло песто. Италия. Что за поло? Вау. Как Италия. Вау, какая она. Ну-ка покажи. Красивая. Ну, это паста, блядь. Поло песто. Паста. Держи. И третья пицца называется Лаперо. Лаперо. Лошара. Вот такой вот Лаперо. Я не знаю, с чем оно. С яблоками или с чем? С яблоками, сладкое, зачем? Я не знаю, какое. Да, это мэтик. А зачем сладкую? Не знаю. Ну ладно, ее потом. Ее поднести надо было. Пиццы. Пиццу давай. Да. Сладкую потом. Ну. Не надо. Какую первую будешь? А любую. Лаперо. Так, а куда класть тебе? Тарелку? Тут этот, как он, Сашка, трава-то, я забываю. Зеленые, как одуванчики. Держи. Не знаю, как жарить. Лук, короче, какой-то не зажаренный. А они его так порезали, поклали. Бобка делает, маринует с луком сразу. Делал, вернее. Папелло, или как он там. Заценим. Да не попробуй, это поло. Пес какой-то. Написали, не понятно. Травы наклали. Не, ну в принципе нормальная пицца. Ладно, попробуем. Если хотите, чтобы мы что-нибудь... Это где? С кого? Брал пиццу. На Малиновскую. Где же в Ханте почти рядом. Вот так. Кусочки. Не понял, что нам делать. Фея. Больше не было.
Там шашлык покупает. Невкусный? Ну, не везде по 10 рублей. Вовка вкуснее делал. Он его замачивал на сутки. Вернее, мариновал. И мягче мясо было. Он это шейку покупал всегда. Свиную. Тут даже кислинки не чувствуется уксусу. Не, ну может они что-то мариновали, но поменьше пропорции делают. Обрызгали. А? Обрызгали во время готовки такой, все. Чтобы не подгорел бы. Ешь и такой. Помидорчики сделала по-корейски. Да. По-корейски. Рецепт корейский. А? Сутки стоят, мял. Ну, сутки завтра уже можно есть. Что, двое суток ждать? В холодильнике стоят. Поставим холодильник сейчас. Рокки, ты почему драку поднял? Не корми их тут, у них вон есть жрать. Чашки еще не доел. Ну-ка выходи от лобита. Вино мясо. Вон у него чашки пусть есть. Дай мне эту другую. А что, это не хочешь? Не, ну чтобы люди видели, что вообще все пиццы, а то у нас как три пиццы в это. Ну сейчас дам другую. Салями. А нож то куда? Что неплохо разрезается. Колбаса салями накладывай. Держи. Пицца салями. Салфетку вон дала тебе. Мне не дала. Тебе сейчас принесу, остальное дам. Что, нормально? А это с курицей или со свининой? Или это первые пицца, кусочки? Мясо? Да, и да. Курица. Ну понятно. Что жопа? Пусть корм доедает он. Драку поднимает. А сладкую потом будешь? Не, сейчас. Сейчас? На что засунь? А то люди скажут.
Уже раз пошел? Не понять, яблоки или нет. Может, кабачки? А я не знаю. Это вот непонятно, попробуй. Что-то. Кабачки или что? А как она называется? Лапера. Сыр... А? Лапера. Лапера. Давай, написали как-то каракуль. Сюда. Сладкая? Угу. Кабачки, наверное. А это плесень, сыр, что ли? Это непонятно, да, наподобие колбачков. Ну что, так можно есть? Надо сказать, вилки не кладите, нам не надо. Зря. Вы все равно будете, как бы людям ко мне. Вилочки, вилочка. Дай кусок хочешь. А? Там посылка кусков. Скажем, что. По два. Еще дать? Угу. Такую, которую сейчас... Травой. Травой? А эту солями? Давай? Не хочу. Не хочешь? А, что-то вкуснее? Она вообще вся невкусная. А где вкуснее? Дода или тут? Вкуснее? Дода вкуснее. А еще есть тигр. И еще какая-то фигня есть. На заводской еще. Какая там, Саша? На Азовскую Дода. Дода на Тихоокеанской. А, просто? Просто пить. Что, бафой, давай? Не будешь? Дода, короче, на этом. На Тихоокеанской, на Азовской просто, по-моему. А это на бархатной? А ты говорил, на автовокзале есть? На автовокзале нет там. Там суши. Гита, что ты кушаешь салатишь под ногами? Кто ждал, что мне взял? Что? Кто я ждал, что мне с него яша? Давай. Кто бежал? Кого ел? Что кидал, кого напали? А, когда на стадионе футбол был, мужик набрал полную тарелку это мяса шашлыков. Идет, а сзади этот знакомый его не видел, что он несет тарелку целую. Как обнял бы так его, он уронил эту тарелку. А Микки было, не Яшка. Микки. Микки такой подбежал, как давай там наворачивать. Ел, ел, кое-как доел. Там у него с горой было мясо. Мужик, кто-то охерел, что он уронил. Он не видел, что у него шашлыки, он идет впереди, так тарелку несет. Руках.
что еще дать? Mm-hmm. Наелся? Mm-hmm. Так, надо помидоры в холодильник убрать. Ладненько, друзья, давайте. Все, пока. Ты с ними попрощайся. До свидания. Всем удачи, здоровья. Благодарю, что вы посмотрели. Всем пока. А?